Священный праздник Ураза-Айт жительнице Карагандинской области подарили трехкомнатную квартиру. Доброе дело совершил благотворительный фонд и многие казахстанцы, которые вносили свои пожертвования. В трешку в поселке Ахтас заселилась мама с двумя особенными детьми. Семья больше 20 лет скиталась по съемным квартирам. Приходилось оплачивать аренду и питаться на скромную зарплату санитарки, рассказывает Кенжегуль Мукашева. Подарок она называет настоящим чудом. Я по-настоящему счастлива. Теперь, благодаря Богу и вашей помощи, у нас есть своя квартира. Раньше мы все время переезжали. Бывали хозяева, которые не сдавали мне жилье, только потому, что у меня больные дети. Наконец-то это закончилось. Никто не скажет, уходите. Хочу сказать людям, чтобы не отчаивались, не отпускали руки. За 5 лет работы благотворительный фонд помог сотням нуждающихся семей. Это новоселье в Актасе уже 905-е по счету. Крышу над головой стараются найти матерям-одиночкам, многодетным и сиротам. Покупаем жилье благодаря состраданию и доброте наших граждан, многих казахстанцев. Сегодня первый день праздника, хороший день для новоселья. Как вы видите, квартира просторная, с мебелью. Мы продолжаем помогать. Еще очень много нуждающихся.